Всем привет, с вами Леви Геймс, это Roblox Tower Defense. И это наша новая команда, которая будет пытаться победить в турнире. Давайте назову ее участников, люди. Первый участник это NateFalex, как-то так. 97 уровень, вот такой набор у него. Смотрите дальше. Нубас 34, 56, 7. Давайте, блин, подождите. Здесь на Нубаса я не могу никак нажать. Почему Нубаса я не вижу? Нубаса, в общем, я не вижу, какой у него уровень. Ладно, дальше смотрите у нас. Саша 27, 65, 66. У него 51 уровень. Все круто, таких он бойцов взял. Ну что, люди, они готовы, я думаю. Поэтому давайте начнем и посмотрим, на что способна эта команда. Команда называется Future, еще раз напомню. Ну что, люди, начинаем. Команда Future. Я, кстати, забыл вам представить капитана команды. Капитан команды NateFalex. Как-то правильно, если я называю ник, не знаю. Если неправильно, извините. Смотрите, начинается. У них тактика. Смотрите, как отличается. Сразу стоит здесь дробовик. Все круто. Давайте посмотрим. Никто не фармит. Поставили одного дробовика. Пока все получается. Все, один дробовик, а больше никто не ставит даже фермы. А, нет, фермы поставлены, я не увидел фермы. Вот, люди, смотрите. Капитан сразу начал фармить. Тут же у него пошел фарм, это хорошо. Дробовик сражается вроде бы туда. Тут, получается, фермы только капитана. Давайте посмотрим. О, босса мафии поставили, посмотрите, как капитан фармит. Остальные два игрока, получается, Саша и... Кто у нас? Нубас. Они поставили. Посмотрите, Саша поставил круг босса. Дробовика поставил Нубас. Все вроде бы круто. Сейчас посмотрим, как они справятся. Что посмотрим? Кстати, здоровье у базы, смотрите, 218. Это не так много. Ну, потому что люди 50 уровня, 50 там с копейками. И смотрите, они хорошо сражаются. Все вроде бы хорошо. Капитан фармит пока в это время. Отличненько. Смотрите, они пропустили всего лишь чуть-чуть совсем. Но нормально. Дальше, смотрите, выбегают здесь 4, посмотрите, 4 аномальных чувака с этой стороны и 3 с этой. Давайте смотреть, как дробовик. Дробовик у нас уже первого уровня. Босс мафии пока нулевого. Сейчас посмотрим. Нормально он постреливает. Дробовик тоже нормально настреливает. Так, так, смотрим дальше, смотрите. Еще. Нормально почти справляются. О, справились, отлично. И еще. Есть, отлично. Супер, справились, молодцы. С третьей волной, получается, легко справились. Капитан фармит и фармит. Смотрите, все, он пока ударился в полный фарм. Остальные стоят на защите, на страже ворот. Это круто. У них есть клевая тактика, похоже. Пока четвертая волна идет, здесь, считайте, 4 идет зомбака. И здесь 4 зомбака. С обоих сторон, они просто атакуют. Сейчас посмотрим, как тут справиться. Дробовик пока не прокачивает никто дробовика. Так, здесь пока круг босс прокачался первого уровня, отлично. Саша прокачал круг босса, все вроде бы хорошо. Давайте посмотрим, кто-то еще фармит. Нет, пока фарм не вижу. Капитан только фармит пока, смотрите, как нормально получается. Тут уже быстрые бегут, сейчас посмотрим, как справится круг босс и дробовик с быстрыми. О, побегали сразу двоих. Ну, смотрите, легко. Все, посмотрите. Значит, они тренировались, они что-то придумали. Пока вроде бы все хорошо у них идет. Шестая волна. Но не забывайте, впереди седьмая. Седьмая волна самая, наверное, одна из самых сложных в начале, потому что много, да, вроде бы медленные, но много их, и у них 16 хп. Поэтому пока смотрим. Здесь дробовик второго уровня. Отлично. Ну, бас прокачал дробовика до второго уровня. Пока прошли. Ну, это ничего страшного. Прошли совсем чуть-чуть. Здоровья огромное количество. Нормально. Босс мафии настреливает. Хорошо. Все вроде бы супер. Смотрите, капитан все фармит и фармит. Посмотрите, сколько у него денег уже приходит за раз. Просто огромное количество. Ну что, и теперь самое главное. Выходят чуваки. Тяжелые. Так они здесь переводятся, тяжеловесы, можно их так назвать. Они вроде бы выходят, все хорошо с двух сторон. Ну что, давайте посмотрим прямо вблизи. Давайте вот так смотреть из этой дырки, будем смотреть, как это вообще будет все уничтожаться. Они пропускают сразу волну, видели? Тут же пропускают волну. Ничего себе, у них крутая тактика, походу, какая-то. Смотрим, никого пока... О, прокачали второго дробовика. Нормально, отлично. Командир поставил второго дробовика и сразу не воюет. Посмотрите, сразу начинает бить.
тут же, тут уже все, у моих ног уже один. Прошел один, еще немножко, еще прошли. Но нормально. Здоровье 190, это просто огромная куча. Капитан поставил дробовика, уже в помощь начал помогать. Смотрите, дробовик второго уровня в очках стоит, смотрит, ждет, по кому стрелять. Все вроде. И этот тоже уже второго уровня. Нормально, вообще супер. Так, Саша пока не прокачивает круг босса своего. Здесь вроде бы все нормально. Здесь, смотрите, все нормально. Здесь уже дробовик. О, вышел, вышел, посмотрите. Вышел телохранитель, вы видели? Еще один. Ну, босс еще одного дробовика поставил. Отлично. И получается, Саша прокачал круг босса. Все супер. Теперь у них есть телохранитель. Смотрите, он стоит на страже. Просто офигенно. Просто смотрите, как классно. Он стоит, защищается, как раз таки стоит в самом-самом таком здесь месте. У него, кстати, два атака, кто не знал. Посмотрите, нормальные дробовики. Все хорошо, посмотрите-ка. Теперь очень опасная, очень сложная волна. Это десятая, потому что выходит босс. Первый босс выходит. Сейчас, посмотрите, пошел телохранитель один. Один против всех. Посмотрите, как он сейчас будет сражаться. Давайте посмотрим. Давай, парень, давай. Начинай сражаться. Так, там уже война. Здесь своя война. Здесь телохранитель. Давай, живи, живи, парень, живи. Ох, как он круто сражался, вы видели? Теперь самое... Они уже пропустили. Опа, на, посмотрите, мини-ганнер. Вот для чего они фармили. Ничего себе. Вы посмотрите, какая тактика. Десятая волна. Парни начали дробовики стрелять. Мини-ганнер стреляет. Вы посмотрите, что они сделали с боссом. Они просто расщепили его на мелкие кусочки. Вы видели? Офигенно. Вот для чего капитан фармил, оказывается. Чтобы к десятой поставить уже мини-ганнер и прокачал его на первый уровень. Ничего себе круто. Он даже поставил еще дробовика, считайте, второго уровня. Пока офигенно. Пока идут очень даже хорошо, я бы сказал. 12-я волна, вы посмотрите. Нормально, здесь все, прокачали здесь, здесь поставили. Вот это нормально. Так, что остальные парни? Давайте посмотрим. Как там Нубас и как там Саша? Они пока не фармят. Они... О, смотрите, Саша поставил еще сюда одного круг босса первого уровня. Нормально. Здесь еще происходит фарм капитана, да, все хорошо. Посмотрите, как выходит еще один босс. Смотрим, они быстро попускают. Стараются, смотрите, как... Оп-оп-оп. Нормально. Отлично, они его просто уничтожили. Давайте посмотрим, что с невидимками. Как они справятся с невидимками. Здесь круг босс пока не видит. Здесь, получается, он должен видеть. Уже и дробовики должны видеть, правильно? У них теперь крутые очки. Ну-ка, ну-ка, смотрим. Давай еще. Нормально, смотрите-ка. Хорошо справляются, просто отлично. Так, давайте дальше смотрим, что пока круг босс здесь не улучшился, все улучшил, Саша улучшил его. Теперь он будет тоже видеть невидимок, это очень понадобится на 15-й волне, потому что невидимок будет больше. Посмотрите, еще один мини-ганнер, ничего себе, два мини-ганнера. Когда капитан успел на это нафармить, я вообще не представляю. Здесь куча дробовиков уже стоит, они ждут второго уровня, посмотрите как. Ну, босс сделал еще второго уровня дробовик, просто... Просто отлично, посмотрите, они вдвоем, вдвоем начинают стрелять, смотрим, смотрим, посмотрите как. Давайте посмотрим, ну здесь, отлично, прокачал, здесь пока не прокачал до второго уровня, вот пошли пока, пока атака. 15-я волна, люди, это уже пока на данный момент, это рекорд. Команда Future показывает рекорд, они дошли уже до 15-й волны, это же просто офигенно, вы посмотрите. Здесь стреляют, все, прокачал мини-ганнера до второго, они помогают очень сильно, там тоже нормально. Босс мафии немножко побил, дробовики, да здесь у них крупная, крупная и крутая оборона, посмотрите. Все отлично, дальше смотрите как, пошли уже, ну босс начал фармить, он пошел в фарм, посмотрите, что они творят, вообще нормально. У них, похоже, какая-то офигенная тактика, они, похоже, потренировались. Это что-то с чем-то здесь упал. Посмотрите, телохранитель упал. Так, теперь здесь. Здесь очень опасные волны начинаются, потому что выходят. Но здесь вроде бы на 16-й босс... А, нет, босс вышел. Босс вышел, ему не повезло. Главное, чтобы не выпал еще один босс. Все хорошо, супер. Отлично. Дальше, ну, босс фармит и фармит. Нормально. Капитан команды тоже фармит. Все вроде бы пока хорошо. Здесь волны идут очень опасные, потому что может выпасть просто... О, посмотрите, видели? Два телохранителя. Просто офигенно. Это значит, Саша прокачал до третьего уровня. О, видали? Босс вышел. Теперь, чтобы им самое... О, второй босс. Я только хотел сказать, только бы им не выпал много боссов. Командир, уже поставлен командир. Ничего себе, уже командир, вы видели? Офигеть.
Давай, давай, вот это да, нормально, просто супер. Это что такое здесь, посмотрите, какой командующий. Я такого не видел никогда. Нормально. Натал Фулекс вообще отлично просто поставил какого крутого командира. Дробовика, посмотрите, они сюда поставили дробовик еще. Это просто отлично. Видите, они специально там, похоже, сбили немножко хотя бы одного. Так, здесь посмотрим. Посмотрим, как они будут справляться. Командир, буст, буст к командирам. Так, здесь пока нормально, все хорошо. Боссов много не выпадает. Отлично, отлично. Справились хорошо. 18-я волна. Просто отлично. Люди, впереди 20-я волна. Будет жесть, я думаю. На 20-й волне будет сложно. Я не знаю, как они с этими быстрыми справятся. Но пока идут очень хорошо. Здесь они должны, я думаю, справиться легко. Здесь телохранители нормально, смотрите. Постреливают вдвоем. Такие маленькие. Раз, все, упали. Блин, парни, мне их жалко. Так, что здесь у нас? Давайте посмотрим. Здесь пока ничего. А я не вижу, знаете что? Где фармит Саша? Я вижу фармит Нубас. Я вижу фармит Нато Фулекс. А где остальные? Вот, посмотрите, точнее не остальные, а где фармит Саша, он не фармит, похоже. Вот это у них тактика, вот самое главное, давайте смотреть, что происходит. Ну, они идут, идут, они проходят, посмотрите, как далеко. О боже, там КП 13-13-0. Они проиграли, блин, ну это бомба, люди, как они офигенно сыграли. Они дошли до 20-й волны, это просто круто, люди, ставьте им лайк за такое, подписывайтесь на канал. Всем пока.